Видя ее скорбь, переживания, дочь поправилась или нет? Исцелилась. В тот час. Однако бывают времена, когда нам не дается то, о чем мы просим всею душою, когда мы не находим то, что ищем, когда мы стучим в дверь, и она остается закрытою. Нам кажется тогда, что Господь так далеко отошел от нас, что до Него не доходит наш молитвенный вопль. Ничего нет ужаснее этого чувства отчуждения, удаления от Господа. Мы готовы терпеть все от Него, только не это. Тогда мы взываем к Нему из глубины души: «Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не употребился нисходящим в могилу». Псалом 27, 1 стих. Но не будем предаваться унынию. Вспомним о женщине хананейке, о которой мы сейчас беседовали. Слышите, братья, это? Когда мы не находим то, что ищем, когда мы стучим в дверь, и она остается закрытою. Нам кажется тогда, что Господь так далеко отошел от нас, что до Него не доходит наш молитвенный вопль. Ничего нет ужаснее этого чувства отчуждения, удаления от Господа. Мы готовы терпеть все от Него, только не это. Тогда мы взываем к Нему из глубины души: «Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не употребился нисходящим в могилу». Псалом 27, 1 стих. Но не будем предаваться унынию. Вспомним о женщине хананейке, о которой мы сейчас беседовали. Слышите, братья, проявившей такую глубокую веру, ее ничто не могло ожесточить и остановить пламенной мольбе к Спасителю. Испытав эту веру, Господь ответил ей: «Будем же помнить и мы, что рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы нас слышать», говорит пророк Исаия, 59 глава, 1 стих. «Он всегда нас видит, Он всегда нас слышит, Он слышит нашу мольбу. Солнце невидимо для нас светит за тучами, но придет время, когда свет Господень озарит нас, и Господь даст нам почувствовать, что наша молитва дошла до престола Всевышнего». Ну, наверное, братья и сестры, и достаточно на сегодня мы беседуем и о мире, и о мольбе нашей Господу, и о том, как мы должны просить у Господа, как просила женщина Хананейка. Кается нам есть в чем, братья? Все ли в порядке у нас, братья? Не всегда в порядке. Часто мы скатываемся по скользкой дороге. А скользкая дорога заносит, бывает, машины или нет? Вот так и нас. Поэтому и Господь предупреждает: «Блюдите, яко о вас находите». Будем всегда ходить пред Господом в смирении, в терпении вашем, стяжите души ваши. Есть ли, братья и сестры, в чем нам каяться сегодня? Нет, конечно. Мы много согрешаем. Много согрешаем. Не с человека же жив будет, и не согрешит. Как будто бы прошел траур, а горе не забывается, братья и сестры. Многие еще будут не один месяц, не один год оплакивать своих близких.
Поэтому не расслабляйтесь никогда. Всегда будьте с Господом, как и говорит нам апостол. И так, как всегда, Господом с Господом будем. Да. Чтоб отошло от нас и празднословие, и сквернословие. А то часто в христианских домах мы слышим и раздоры, и ссоры, и скандалы. И апостол Иаков говорит, откуда у вас распри и раздоры? Нет вожделений и воюющих ваших членов. Недавно праздновали апостола Иакова, брата Господня. Помните его кончину, братья Ихерцы? Как он обличал книжников и фарисеев, как он оставил нам послание. Жизнь его была проповедью всем иудеям. Услышали они его слова, братья Ихерцы? Не услышали. Они вели его на кровлю, сбросили его и побили камнями. Еще живого камнями. Вот. Вот же Слово Божие, как страдали мученики. А мы как немножко, чуть-чуть, не по нам, мы уже не только ропщим на Господа, а уже не знаем, что и принять. А надо всегда в терпении вашем, стяжите души ваши. Часто бывает ложь у нас. Думаем одно, говорим другое. Бывает так? Да, кажется. Поэтому никогда, лучше сказать, не знаю, простите, брат или сестра, чем солгать или неправду сказать. Осуждение и клевета. Это особенно в женщинах развито. Они любят посуждать, поклеветать. Вот это грех. Слышите? Слышим. Вот поэтому всегда воздерживайтесь. Я, правда, вас не слышу этого, но бывает. Бывает. Да. Про вас я не могу ничего сказать. А бывает в жизни, что женщины невоздержанные на язык. Могут оскорбить, да, себя оправдать, а других унизить. Вот это называется осуждение и клевета. Объедение и пьянство. Ну, здесь, конечно, здесь вы скажете, батюшка, ну уж мы потихонечку не объедаемся. Батюшка, мы потихонечку. Да, понемножку, да. Потихонечку, батюшка. Да, вот видите, как потихонечку, да полегонечку, так и дойдем до Царства Небесного. Да, поэтому никогда не объедайтесь. Лучше желудочек оставляйте немножко для следующего дня, чтобы он всегда потихонечку, понемножечку работал. Объедение, пьянство, а леность? Камся очень. Тоже грех, вот оказывается. Почему мы поем в посту? И в лености все, житие мое, их. Действительно верно, ваш Дубина. Если бы сами не заставили, были бы мы в храме сейчас? Нет, не были. А надо заставить себя. Надо себя заставить, да. Вот заставили, пришли, да. И дом Божий наполнили молитвой. А воровство хорошо или плохо? Плохо. Да. Довольствоваться должны всегда. Что Господь послал? Помните, как одна вдовица, последняя овца была, и волк, да, похитил ее. Стала она роптать на Бога или нет? Нет. Господь дал, Господь взял. Будь имя Господне, благословенно отныне. Вот как возлюбленные, вот как праведники-то живут. А вдовицы принял Господь две лепты? Да, принял. Боги давали тысячами, а две лепты небольших принял. Все житие свое. Воровство, сребролюбие и скупость. Мы часто боимся другой раз, чтобы себя не обидеть, не передать, что Господи, мне надо оставить там еще внукам, правнукам, там еще. На смерть надо, что тоже, да. И похоронить очень, говорят, да. Дороже свадьбы,
справить, чем похоронить. Так бывает так, когда такие разговоры я слышал. Вот видите как? Конечно, на все надо. И крестьянин, сея семя, он должен накормить свою семью целый год. И если не будет урожая, то человек захереет и умрет. Поэтому все Господь дает для пользы нашей. Поэтому будем всегда благодарить Господа за каждый час, за каждую минуту, за каждую секунду. Господи, благодарим. А взяточничество и лечь. Вот взятки тоже, видите, пресекаются как. Ненасытные души бывают, все смотришь. Господи, Господи, все мало, все мало. А Господь, помните, как богатому-то хотел разорить житницы и построить новые. И Господь всю ночь душу твою ищет. И как часто мы видим, человек как будто был здоров, а глядишь, его уже нет. Вот. Господь и в младенчестве забирает, и в отрочестве забирает, и в юности забирает, и в среднем возрасте забирает, и в старости. Всему приходит конец. И Господь говорит, в чем застану, в том будем судить. Вот хорошо, когда мы в храме, когда мы молимся, значит, это большое дело. Да. Неправда и тщеславие, когда делаем на грош, а хотим сказать, мы сделали то-то и то, и то, похвастаться перед другими. Это грех тоже, братья, сейчас. Сделали, как не сделали. А зависть хорошо или плохо? Очень. Завчина. Вот, зависть-то, да, тоже. Завчина. Какой грех-то, да. Грех. А гордость? Мать. Гордость. Бог гордым. Нам противиться, смиренно дает благодать. Вот видите, как, а смиренно дает благодать. Поэтому никогда не хвалитесь, не гордитесь. Будьте всегда скромны пред Господом, как апостол Павел учит нас. Гневайтесь, но не согрешайтесь. Когда против веры, когда глумление против, вот как мы сейчас говорили перед исповедью, когда глумление над нашими усопшими или что, вот это грех, братья и сестры. Вот так. Да. Это гнев справедливый, когда гнев. А злопамятство, когда чужие грехи мы помним, а свои забываем. Разбойничество, воскресного батюшка. Не ходим на большую дорогу, не убиваем никого. А миллионы убийств. Миллионы убийств. Да. Вы скажете, как это, батюшка, миллионы? А войны развязывают что? Это не убийство, убийство, батюшка, убийство. А аборты, убийство, убийство, убийство. Вот видите как. Все кругом, поэтому и Господь называет этот мир прелюбодейный и грешный. Призывание демонов, вы скажете, ну, батюшка, а гадалки, ворожество, колдовство, экстрасенсорика, это все грехи тоже. Да. А блуд, о прелюбодеянии, о помыслах блудных и скверных, в сновидениях и во всем. Кайтесь, братья, и сестры, грешный Господи, и в этих грехах. Содомские грехи, идолослужение, немилосердие, жестокость к людям и животным. Скую шаташася языцы, и люди поучишася четны, предсташа цари земсти, и князи собрашася вкус.